надо присутствовать в том моменте, который есть сейчас. Если у кого-то день рождения, то, что близкого мобилизовали, не отменяет этого дня рождения. Если есть какой-то другой повод порадоваться, надо эти поводы для радости использовать, не прогнозируя себе чувства какие-то наперед негативные. От того, что вы откажетесь от радости в определенный момент, ни на что это не повлияет, кроме того, что усугубление собственной тревоги. Все время находиться в состоянии беспокойства человеку психологически гораздо тяжелее. Надо позволять себе некоторые передышки просто для сохранения собственного здоровья, для поддержания своего психологического благополучия. Люди заедают стресс для получения определенного рода удовольствия краткосрочного, которое как раз минимизирует воздействие стресса, выплескиваются в кровь гормоны удовольствия. Эти же эмоции возможно получать благодаря физической нагрузке, благодаря каким-то позитивным впечатлениям, благодаря добавлению в свою жизнь каких-то положительных стимулов. Может быть, не в виде заедания, может быть, в виде, если питание через вкусовой анализатор какого-то нового блюда. Может быть, что-то приготовить более изысканное. Может быть, зайти в кафе и попробовать то, чего не... но не количественным способом.